Что это у тебя? Враги в области взрыв 2, получательный целый параметр атака, броня 2. Хорошо. Так, урон 7, 8. Так, ну по нему это было бы хорошо, но это опять же 5 тиков. Они все по 2 раза почти походят. Так, вот у нас 0. Все дружественные персонажи получают плюс один параметр атак до вашего следующего хода. Используем. Так, ну вариантов-то немного. Попробуем. Так, 5 единиц боссу или приспешнику. Зовите отряд огненная гончая. Так, броня нас хорошо спасает. Так, 2 тика, ближний бой, наносит 9 единиц урона. Тоже 2 тика. Это лучше с подготовкой. Так, рывок нам не поможет. 7 единиц урона. Так, ну по идее у нас... Это же у нас снижает урон. Атака и броня. По идее нанесем на тут еще броня, то есть на 5 должны нанести урон. Нет, все-таки 6. Так, 1 хп в принципе. Поток либо использовать, либо броню дать этому. Его не спасет. Нет, надо поток использовать. Надеюсь, поэтому ударится. Зря надеялся. Так, ладно. Мы сможем его убить. Колющий. Так, 5 единиц урона. Ладно, ресурс, возьмите карту. Так, восстановите. Можно восстановить всем хп. Так, здесь у нас взрыв 2. Сюда встану, мне нужно. Провокация идет. В принципе, этого хилить-то и не надо. Сделаем тоже, наверное, провокацию. А, можем переместиться. Хотя этого горя все равно восстанавливаться не надо. Тогда лечим так. Плюс 3 к параметру брони. Ну, лучше нам полечь. Так, ближний бой, 6 единиц урона. Регистрация, 7 единиц урона. Колющий удар.
Наноси 5 единиц урона, при каждом разыгрывании урон увеличивается на 1. Хорошо, уешится. Подготовка так 3, ближайшие 9 единиц урона. Либо 3 брони. Пусть будет урон. Единиц урона. Две единицы урона врагу с самым низким здоровьем. Пока действует поток, вы получаете плюс 2 параметра броня. Что этого меньше было здоровья. 3-5 единиц урона. Так, отскочим. 9. Победа. У меня все еще в голове не укладывается ты и этот пылкий юноша. Он не всегда был таким. Каким таким? Придурком? Или ты про горящую голову? Может, и то, и другое? 150, артефакт 2, волшебство, вы получаете плюс 3 единицы здоровья. Копление камнем. Спрятанное сокровище. Залюком вниз по лестнице под кучей хлама в пыльном хранилище вам удается отыскать закрытый стальной сундук. Взять сокровище. Ах, моя любимая часть. В прошлый раз мне не удалось зайти так далеко. 50 монет, артефакт, волшебство, ледяной щит получается плюс 1 параметру длительности. Так и все. Почта Восточного берега. У нас там 5 урона, контрудар 5. Отнимает одну единицу параметра прочность. Так, а прочность у нас сколько? 2, наверное. Так, но тем не менее 5. Либо 5. Если эти будут бить, то толку маловато. А что, вот эти били? Сюда делаем провокацию и топор. Так, подготовка 3 тика, либо 3 атаки, 9 урона. 9 урона не поможет. Так, 5 единиц урона плюс уклонение. Так, по всем контрудар сделал. 2 колющий урон. 6, 5. Так, ну и все, топора больше нет. Можно сюда встать. Там 10 единиц урона. 4. Контрудар, я так понимаю, мимо проходит, то есть броню игнорирует. Когда становится целью атаки, находящийся по сути врага, наносите атакующему колющий урон. Колющий. Тогда это хорошо. Тогда мы встаем. Не, мы лучше отойдем, чтобы до нас не дошел. Здесь экипируем. Так, поток мало нам чем поможет. Так, 9, 5 урон, 5 урон, 5, так, тогда 9 на ближайший. Это сейчас умрет, по идее.
А он другого ударил. Тогда мы его убьем, и у нас ближайший будет, скорее всего, вот этот. Мы его не убили. Так, копье на этого. Брони. Так, это нехорошо. Пускай будет опять копье. Получит броню. Дальний бой. 7+7. Либо такая, у них броня растет. Так, броня спадается. Нет, 4 брони здесь нужен этот. Вор. Нужен вор. Так, ну зато уровень взял. Ну что, прокачаем. Сейчас пройдем. Так, 7 единиц урона. Так, ну пока у нас по одной у них брони, можно использовать. Так, уклонение. Урона.
Вот это бы хорошо бы похилять всех. Да вряд ли доживет. Это вот три брони. Бессмысленно. Так, урон 5. Так, лучше вниз, наверное, надо было встать. Так, ладно, у нас есть еще ближний бой. Так, ближайшее лечение. Полечим, наверное, так, либо этого, чтобы его не убили. А, у него броня есть. Себя тогда. Так, этим мы сейчас всех полечим. Девять урона. Броня колющий. Поток нам не поможет. Копье поможет. Либо похилять и дать броню. Пускай будет копье. Так, встанем сюда, чтобы этот не подошел. Единица урона. Взрыва. Щит. Так, и топор жажды. Будет хорошо. Брони. Нормально. Есть 5 атак и волшебство. Наносите 2 единицы урона. Добавьте по 2 тика всем персонажам противника, получившим урон. Плата за защиту, лагерь стража. На входе в узкий переулок вас внезапно окружают трое стражников. По манерам и внешнему виду они больше похожи на разбойников. Эй, ребят, смотри-ка. У нас тут еще одна кучка чужеземцев, не заплативших сбор. Вы называете себя стражниками? Что это тут? У тебя милая личика, куколка. Жалко будет, если с ним что-то случится. Значит, таков ваш выбор. Так, 35 босс. Так, это нас бьет по всем. Остроногий, броня. Арделонский рыцарь. Так, ладно. Пусть будет провокация. Так, ближайший. Кстати, подойдут кто-нибудь? Это вряд ли. Это подойдет.
Наносите 6 единиц урона, ваш приспешник получает плюс 3 единицы движения и плюс 1 параметр атак в свой следующий ход. Так, помощники. Так, плюс к атаке, либо... урона. 5 урона на ближний бой, мы до него не добежим. 2 хп плюс броня. Пусть будет так. Так, 8 единиц урона. Подготовка носить 4 единицы урона. Взрыв 2. Угу. Сбор легиона. Подготовка призвать двух приспешников, арделонский пехотинец. Плохо. Так, можем ярость использовать. Может эту... Нет, но этого и так убьют. Либо 10, либо... Да, 10. Урон получил, потому что у нас, получается, мы использовали. Так, не ярость. Благочестие. Так, и это можно тоже 4 урона. Возьмите карту, плюс... Так, это и так убьет. Сейчас тоже кому-нибудь нанесет. Ему же нанес. Так, подготовка, удар. Так, те, по идее, будут долго идти. По идее. Так, это что он сделал? Призовите двух приспешников, арделонский пехотинец. То есть вот сюда он призовет их. Тогда можно. Ладно. Станем так. Планение. 3 урон. Самый дальний. Самый дальний — это плохо. Либо 7 хп восстановить. Лучше, наверное, хп восстановим. Призывает. Так, он по идее отошел, но я все равно должен по нему ударить. Так, отбрасывание 6, подготовка наносить 6 единиц урона. Ближайший. Этого отбросит. 4 урона нанесет. Так, ты должен успеть ударить. Годится. Так, и нифига он не ударил. Что, отбросили. Ладно, уклон. Походу, все равно уже умрет. Enough waiting. Самый дальний. Так, 4, 5. Один промахнется кто-то. А, у нас будет ходить. Тогда, в принципе, он может отбежать.
пока, я не знаю, куда им отбегать-то, мы сможем отбегать. Вы можете получать за раз не больше 2 единиц урона. Этого добыть достаточно, чтобы меня убить. Не знаю, если мы куда-нибудь отбежим. Попробуем. Если это сагрится на нижнего, то это нас спасет. Ваш приспешник получает плюс 3 единицы движения по параметру атака. Так, этих мы уже не убьем. Одного можем убить. Так, этого мы добьем. Случайный выстрел. Оружейный. Так, этого убили. Поток носит 2 единицы урона, пока действует этот поток, вы получаете плюс 1 параметр брони. Так, ну, по идее, мы должны его добить. Нет ресурсов. Чаль. Но это нам не поможет. Так, заклинание. Особенности и способности. Если мы попробуем его полечить, если нам дадут благочестие, то мы используем потом вот этот праведный развалин. Попробуем. Так. Благочестие нам не дали. Значит, это не влияет. Плюс 3 атаки. Не успеет он походить, по-моему. 4 единицы урона. Либо его еще полечить, ему у него броня появится. 2. Минус 2. Весь носим вам урон снижается на 3 единицы. Так, что ты можешь? Учите. Плюс 1, 3. Так. Кому надо лечить? Поддерживать. Получается выстукующий урон. Возьмите карту. Представьте двух приспешников, 4 тика. Так, вот это вот уже нам не очень подходит. Так, плюс 7, если мы им дадим плюс 3 атаки, он несет урон на 5. Либо мы можем сами нанести 4 урона, тот несет 3. Надо будет нести 3, но он сможет только 2. 3 тика. Так вот, в принципе, вот нужно вот это использовать. Так, годится. Ну и все, мы наносим 5, тот пробивает. Пойди. Победа. Монет, артефакт 2. Имперейский захват. Когда вы получаете ресурс, возьмите карту, если количество карт в руке меньше максимального. Так, это можно использовать.
ночной рынок. Минуя один безлюдный квартал города за другим, вы сворачиваете за угол и внезапно обнаруживаете оживленный ночной рынок. Люди шумно торгуются у наспех сооруженных прилавков. Несколько суровых стражей патрулируют периметр, словно в предчувствии беды. Торгуют с диковинками. «Эй ты, чужак, похоже, ты разбираешься в искусстве магии». «Удивительно, здесь так шумно, несмотря на столь поздний час». «Опасные времена наступили, это верно. Но семью-то все равно нужно чем-то кормить. Мы объединились, чтобы нанять последних честных стражников в этом городе. Это помогает вести дела». Нанять последних честных стражников. Нанять стражников честных. Прикольно. «Так что вас интересует? Я не знаю, что делает та или иная вещь, однако прошлые владельцы очень высоко их ценили, поэтому они должны быть полезными». Загадочный артефакт 400 золотых. Вежливо купить. Вы даете ему немного монет. Он протягивает вам странную деревянную шкатулку, на которой вырезаны неизвестные вам руны. Взять сундук. Артефакт. Реликвия Денекса. Лимит 2. Увеличьте продолжительность действия карты «Наполнить рвением» на 2. Даже такой карты не знаю. Так, тебе надо артефакт. Артефакт. «Наполнить рвением». У нас вообще такой карты нету. Да, пока что нету. Так, что значит готово? Факты. Действие, лавка. Так, нам не то даешь. Где у нас фильтр? Нет карт. Но не так. Здесь есть. Теперь здесь есть. Так. Как он там назывался? Здесь тоже его нет. Рвением. Ладно, может потом узнаем, что такое. Так, у нас есть две ячейки, две звездочки. Когда вы получаете ресурс, возьмите карту, если количество карт в руке меньше максимального. Это вот очень прикольно, вроде как. Тем более она фиолетовая, она стоит по 1000. Фиолетовая же по 1000 стоит. 1000-1000. Да. Что у нас еще есть из редкого? Так, это у нас получается беленькие, совсем крутые. Но мы все равно их оставим. Каждый дружественный персонаж получает плюс 2 единицы здоровья. Улучшение. Как-то не очень круто. Ладно, оставим пока так. Что у нас тут? По артефактам. Ничего. Поток. Здесь тоже пока ничего не будем менять. Лагерь стража. Так, здесь мы повтор ночной рынок. Играть еще раз. Могу еще купить. Загадочный артефакт. Можно еще купить артефакт. Так, а смогу еще? А, здесь уже нельзя, где сундук был. А нет, почему? Играть еще раз. Взять сокровища. А, ничего не дали. Хитрые какие. Так, ну ладно, у нас монеты есть, все равно мы там в лагере особо купать ничего не собираемся. В лавке. Попробуем купить артефакт. Так,
за 400 покупает. Артефакт 2. Война Ярость Веков действует в области Взрыв 1, но наносит на 2 единицы урона меньше. Так, Ярость Веков. Которая у нас 10 урона наносит. Да. То есть мы можем... Действует в области Взрыв 1. Это будет прикольно, то что он всех может нанести на... По 8 урон нанести всем. Наверное, это будет лучше. Хотя 10 урона. Больше используем на одиночную цель. Тем более, если там есть щит. Так, попробовать можно, в принципе. Ладно, когда нам дадут еще одну звездочку, пока не будем. Лагерь стражи.